С вами канал Улица Москвы. Мы в Зеленограде, и в этом выпуске прогуляемся по улице Летчицы Тарасовой. Двигаться будем в направлении Георгиевского проспекта. Зато новые автобусы, не фазы, сделаны на предприятии КАМАЗа в городе Нефтекамск. Так, вот остановочка. Ну, мы не так далеко от станции Крюково. Пока что в первом цикле выпусков, наверное, посмотрим улицы, которые неподалеку. Но, возможно, когда-нибудь приедем еще в Зеленоград, как будет потеплее, дольше световой день, и посмотрим здесь более обстоятельно. Это один из 10 городов-спутников Москвы, которые планировалось построить. Но построили в результате только Зеленоград. Я точно сейчас не назову год присоединения, вроде бы 58-й. То есть он даже раньше, эти территории вошли в состав Москвы, чем она расширилась до МКАД. Но это надо смотреть, там точный год, может там начало 60-х. Вот, я просто сейчас навскидку не вспомню эту информацию. Вот, ну что примечательно, здесь все дома, ну, большинство домов, вот новые особенно, нумеруются по корпусам. И только вот эти вот пятиэтажечки, располагающиеся в райончике Крюково, в старом, нумеруются по улицам. Так, вот это вот, например, корпус 2027, вот этот дом. Самолеты низко тоже летают здесь. Аэропорт Шереметьево. Причем я вот заметил, что в Сходне, что здесь больше гораздо вот низколетящих самолетов, чем в Химках. Хотя, казалось бы, Шереметьево к Химкам поближе будет. Но это, наверное, от их не как-то трассы зависит. Да и Химки ближе все-таки к основной части города Москвы, где существуют ограничения серьезные по полетам. Ну, стоит отметить, конечно, чистый воздух здесь, очень свежо. Плюс вот именно города Зеленограда. Правильно, Зеленоградского административного округа. Так, автобус, может, в автобус?